И снова здравствуйте, всем привет. Итак, по ZBrush давайте рассмотрим, какие косяки могут вылазить, именно работая с кисточкой топология. Очень хорошая кисточка. Я уже показывал, как самому нарисовать сетку на персонажа и сделать ZRMesh. Ссылку оставлю в описании, не буду касаться этого действия. Да? Ну а тут вот хотелось бы по деталям рассмотреть. Значит так. Уменьшаем кисточку, чтобы лучше рисовалось. И давайте нарисуем какой-нибудь воротник. Так, ну где-то так. Я хочу закрепить его. Вот именно зациклить. Можно его делать отдельно. Допустим, у вас пиджак расстегнутый, а вам вот нужно сделать воротник. Но маскированием потом рассмотрим, как это будет делаться. Там чуть неудобно, да? И вы вот так вот все это дело рисуете и где-то тут опять же зацикливаете. Так, идем дальше. Зацикливаем его на шее, сзади, и тут тоже дорисовываем. Рисуем полосы. Рисуем, заполняем наши полигоны. Так, тут вот чуть-чуть, видите, будет вот такая вот штукенция. Нужно провести по горбу. Зарисовываем, значит, полигонами. Закрепляем. Заполняем. Посерединке тоже проводим. И он, видите, не замкнулся. Это значит, когда вы будете делать модель, у вас будет отсутствовать именно вот эта деталь. Ctrl-Z. Ее нужно обязательно создать. Все, вот мы ее тут нарисовали. Зациклим, не смотрим. Без разницы, какая сетка пока. Так. И вот здесь тоже зарисовываем. Заполняем полигоны на шее. Приближаем. Заполняем. Все. Вот такая получилась у вас деталь. Я сейчас сохраню этот проект. Файл Save As. Чтобы потом его не восстанавливать. Ну, повторно не рисовать. Потому что два варианта сейчас рассмотрим. Нажимаем просто щелчок на мышь. У нас получается уже готова деталь. Ctrl-Z. Толщина детали зависит от драфсайза. Допустим, драфсайз больше, толщина больше. Понятно, да? Так. Ctrl-Z. Ctrl-Z. И значит, драфсайз поменьше. Вот пусть такая толщина будет. Два способа отделения. Допустим, вы решили сделать в маскированной зоне Ctrl-W. И первая будет у вас такая штука. Сплит. Growth Split. Все это дело мы отделяем. У нас появляются три полигруппы, которые отделились именно от нашего вот этого воротника. Мы их объединяем с помощью, ну, идем, конечно же, нажимаем. Так, Merge Down, все объединили. И у нас тут получается три полигруппы. Открываем, вот они, полигруппы. Так, работать можем мы еще, используя кисточку Move Topology. Там где-то что-то, какие-то полигоны вытягивать, добавлять какие-то, допустим, детали еще. Ну, это уже кто будет кайфовать именно от этой кисточки The Modelier. Так, тут можно добавить полигруппу еще, нажав на, значит, на полигон левой кнопкой мыши Ctrl-Z. Так, правая кнопка, так, не правая, это забыл, как она выделяется. Так, ну, допустим, вот добавляем ребра какие-то тут, ну, я не очень этой кисточкой работаю, поэтому многое забылось уже. Ну, такая штука.
Для меня лучше или топология в блендере. Ну а это для каких-то скульптов, для деталей именно нужная штука. И вот теперь смотрите, мы заходим, делаем всему этому делу вермеш, ну, чтобы, допустим, начать скульптить по ней, да? Все, вот сетку подобрали, и теперь закрываем ее, допустим, Dynamesh. Так, это много полигонов выбрал, поменьше, допустим, ставим полигонаж. Закрываем, и вы видите, что у нас все вот слепливается, да? Нехорошая штука, это будет постоянно такая хрень. И если вы потом будете Dynamesh делать, допустим, всему пиджаку со всеми деталями, то у вас все закроется. Ctrl-Z, не есть good. Значит, убираем, выходим на Dynamesh сетку, заходим в Edge-лупы. Ну, это как этот косяк убрать. Находим, значит, панель луп, ставим Ignore Group, нажимаем, вот у нас получается такая штукенция. И мы делаем Dynamesh, но у нас тут получается пустота. Ctrl-Z. Значит, какая штука? Regroup, расстояние можно поменять. Вот теперь все нормально. Но у нас вот получается вот такие вот пустоты, значит, в меше. Опять же, как же эти косяки теперь убрать? Это потому что полигоны у нас, значит, были далеко. Ctrl-Z. Делаем еще луп поменьше, панель луп. Вот. И вот за счет вот этих пустот, вот, они у нас есть. И они при Dynamesh будут рваться. Вот эти вот пустоты. Это нужно чуть-чуть тогда поднадуть. Вот такие косяки вылазят, значит, вот с этой деталью. Заходим, значит, в деформацию. И надо приблизить эти вот эти полигоны с помощью инфлата, допустим. Раз мы это все поднадули. Вот все это приблизилось. Теперь мы Ctrl, левая кнопка мыши, делаем Dynamesh. И все, теперь у нас можно вот нормально скульптить, ничего не закрыто. Смотрим другой вариант. Значит, файл open. Да, нет. Открываем сохраненный наш, значит, проект. Открываем кисточку топология. Все закрыто. Нажимаем теперь на наш mesh. И как это все дело отделить правильно, чтобы потом геморроя не было именно вот с этими, значит, ребрами, пустотами. Это дело мы переходим, значит, в саптулы, находим сплит и отделяем сплит to similar parts. Окей. Она отделяет полностью нашу вот эту деталь. И теперь мы этой детали сразу можем сделать Dynamesh. Dynamesh. Уменьшаем полигонаж. И вы видите, что у нас ни дырок, никаких, допустим, артефактов, и не заполняется наша вот эта часть. Таким образом можно делать полностью пиджак, всякую там штуку. Это дело мы отключим, переключимся на нашего персонажа, маскируем и снимем. И тут вот другой вопрос. Если вы захотите с помощью маскирования все это дело сделать, можно, конечно, это все зарисовать. Вот таким вот образом. И сделать экстракт. Accept. Отделяете. Но тут вот получается, вы видите, что не столь четкие полосы. Ну, в принципе, для скульпта это тоже дело подходит быстрее. Чуть кривовато, конечно, придется потом как-то это дело все дотягивать, долепливать, но уже такой четкости не получается. Она облегает полностью вот это наше тело, и уже вид хреновый. Вот такая штука. Вот две разницы, допустим.
Это модель и с помощью маскирования. Можно, конечно, четче здесь все понарисовать, но поверьте, от экстракта будет та же самая неровность и надутость. А здесь вроде бы вот именно четкие грани. Вот такая штука. Здесь еще можно использовать, допустим, Ctrl-D. И увидите, что она держит именно вот эту ровную деталь. Ну, ровные полосы. Так, сделать можно еще что? Добавить деформацию, добавить, ну, допустим, полис. Вот она все равно ровнее выглядит и четче. Ну, вот такая штука, вот такая информация. Все, всем пока, до свидания.